Ну, чтобы вы, ну, как соперник, спарринг-партнер своего роста и... Может быть, вы заметили, каким образом? Потому что я там раз 3-4 получил и прям вроде руку держал, как бы... В смысле, ты руку держал? Вот так. Да. А получил по внос, да? Я не понимаю, как ты меня доставал, но у него, он, по-моему, такого же роста, как я. Да. Смотри, иди ко мне. Ты ударом пытался его остановить, а он тебя все равно доставал, да? Так получилось? Было. Я делал удар, потом, по-моему, он отвлекал меня, что я руку пускал и открывался. Окей. Вставай, стой, куда все остался. Да. Пытайся меня достать левой рукой. Еще раз. Остановись. Посмотри, ты был вот здесь, ты опять стал вот здесь. Ты делаешь... рукой ударное движение, но при этом посмотри, какое ты делаешь движение. У тебя голова идет вперед. Угу. Ты не кулак выкидываешь от себя. Ты его толкаешь, и твоя башка идет вперед. Вот тебе в глазик, смотри, палец видишь, опусти руку. Смотри, твоя рука слегка длинная, да? Дай плечо. О, дай плечо. Смотри, где ты достаешь, да? Опусти руку. Правую ногу правее поставь. Правее правую ногу. Вот, на меня сейчас разверни носки. На меня. Вот, вот так. Вот. Да? Стоять. Видишь мой палец? Вот четко тебе в глазик смотрит. Ну, давай, наноси левую прямую. Наноси. О! Смотри, палец. Блин, больно. Ты толкай меня. Ты видишь, палец стал пугать тебя. Ты перестал головка лезть. Вот и все. Вот смотри, у тебя длинное движение. Так и выкидывай кулак вот этим движением. А ты вот это движение делал. Бей. О, о, переворачивай, да просто опусти руку, выкидывай, вот руку, вот, выкрути руку, она вылетит сама, во! Ты как бы, понимаешь, само движение левого прямого, оно идет как бы от тебя, толкай, выталкивай кулак, бей, нет, видишь, что ты стал делать, ты стал вот выпрямлять, а я тебе всю жизнь говорю, вот это движение, вот, выкручивай кулак, крути. Вот и все. И голова твоя там осталась, согласен? Повтори. Переворачивай руку сразу, крути кулак. Вот и все. И ты закрыт на ударе, понимаешь? И твой кулак тебя на ударе, на твоем же на ударе, закрывает. Ясно? Вот и все. Вот он прямой. А вот это движение, здесь ты хоть закрывайся, тебе пробьют. У тебя кулак идет и закрывает тебя, не поднимая плечо. Просто кулак пошел вперед, плечо само поднимется. Посмотри, какое длинное движение. Ну да, вот так. Аллилуйя. Все, пользуйся. Можно еще один вопрос? Говори.